Приветствую, зрители СК2 Кибергейм Твич Кутгейм. Извиняюсь, что вчера не было стрима, я устал и решил, что надо сделать перекур. Фужи, да, я вижу, я заходил к тебе на стрим, да, я видел, что вы готовили там. Это было довольно забавно. Честно говоря, я не знал, что ты стримишь. Было сюрпризом увидеть тебя. Имеется в виду на стриме. Что ж, давайте продолжим. Ты меня подставила игра. Тень неизбежного распростерла над миром свои зловещие крылья. И мир замер в ожидании. Приближается миг, что решит судьбу Нивиндаара. Уже... Знаешь, морозилка? Че это такое у тебя там? Куча пирожков, что ли, людей? Так, ну, прорываемся. Я не думаю, что меня это остановит. Нет, ну будет больно, да. Но остановить меня они не смогут. Так, а он со шмотками, нет? Да, он фул. Это мороженки? Понятно. Любитель мороженок. Ну чё, эта фигня меня не остановит. Я пусть, конечно, попробует. Да пойдет проклятие на ваши головы. Я не допущу, чтобы такие, как вы, осквернили Нивиндаар своим присутствием. В следующий раз вам не избежать своей участи. Я испепелю эти земли и с корнем выкорчу заразу, которую вы несете. Мне жаль тебя, старик. Ты растратил свою жизнь в погоне за химерами, в смысле? Порожденными собственным безумием. И она уже давно утратила смысл. Ты слеп. Ваше Преосвященство, оставьте их. Расстановка сил изменилась, теперь преимущество не на нашей стороне. Нам нужно уходить. Да, ты прав, сын мой. Сегодня Всевышний отвернулся от нас. Инквизиторы не отступят, они приведут новые силы. А наш отряд понес большие потери. Солдаты устали. Они преданы нам и верны своему долгу. Однако человеческие силы не безграничны. Все так, мой друг Ламберт, но передышки у нас нет. Быть может ли, самые его народы помогут людям залечить раны и поднять их боевой дух? Эрион, Ламберт, мне очень жаль, но мои силы иссякают. Долго я не продержусь. И стоит мне погибнуть, и пославший меня сразу же предпринят новую попытку уничтожить Нивиндаар. Мы не задержимся здесь надолго, поэтому все будет хорошо. Осталось немного, госпожа. Скоро мы достигнем храма Вознесения. Капитан, я опасаюсь, что храм будет охранять не только Инквизиция. На его страже могут стоять иные, гораздо более опасные силы. Спешка не должна решать нас осторожности. Храм Вознесения. Еще какого левела? Она 4-го левела, господи, бесполезная лечилка. Хотя хиляет нам на 46. Ну, в принципе, мейнова можно поставить персонажем. Плюс с ним мне не придется матюкаться по поводу тех же самых... Тех же самых, допустим, зомбарей и так далее. Но она померла. Пупельки на усиление, блин. А мне продавать-то нечего. Ладно.
Допустим, ты убедил меня. Что это мне не надо? А чё у них сейчас кольцо стоит? Почему вопрос? А, вампиризм. Ну, вампиризм, для него топовое кольцо. Долго мне не хватит, чтобы все это скупить. Чел, храм построим. Надо как-то зарезать. Если она померла. Сколько храм стоит? 250, по-моему, да? 250, по-моему. Да. То есть три хода. Все. Строим храм, резаем ее. Вообще, я бы, скорее всего, без нее бы справился. Много времени потерял. И нарез и на эль. Здесь сидит. А, пускай без армии сидит. Хотя Ламберт, в принципе, сможет надрать кому-нибудь, я думаю, пятую точку с фул армией-то. А вот так вот. Минимальная армия у Ламберта тоже будет. Ассасины, паладины, ну нифига ж себе там охрана. Помощь леса. Проблем не должно быть. Это соло таргет, да? Похиляй себя тогда. А, решил инквизитор похилять. Не въехал, а как так? Мне больше важно, чтобы он инквизитор перехватил. Четыре трупа. У меня осторожность с твоей стороны, ну ладно. Да, вот зря, конечно, все продал в предыдущей кампании. Я погорячился. Башня магии стоит. Ассасин, да? Это ассасин, и Нейль просто прикончит ваншотом. Что-то вариант. Тоже лучник есть. Целых два. Тут тоже куча лучников, короче, везде. Это плохо. Белый маг, инициатива. Хотя вот, здесь должно быть нормально. Встаем сюда. Встаем сюда. Теперь надо грамотно разыграть, чтобы он перехватил именно белого мага. Нет. А вот теперь перехват. 72 дамага, да?
Наверное, плюс один скорости надо поставить. А, его похилял. Здесь есть... Хотя нет, проблем нет. Нель сейчас отступит назад. Уже, наверное, отлетят от меня. Да, все нормально. Так, погодите, я могу зайти? А, словно телега там. Даже не видел. Так, ассасин, да? Не, ну можно рискнуть. Не 200. Блин, она может не пережить печку ассасина. Это меня беспокоит. А, стоп, не ассасин, тут лучники. Ну, значит... Так. Это в игре такой звук или у меня собака лает тут где-то? Я не думаю, что им стоит вообще двигаться с места. Нет, тут у меня собака где-то лает. Тут не странно. Господи, успокойте свою собаку. Согрелись. Уже их не спасет. Ага, клинки. Топовые перчатки. У меня уже есть. Ничего ценного, в общем. В этой кузнице. За исключением топового шмота. Слушайте, бонусное очко. 135. Блин, так у меня все лягут там, если я атакую. Или не лягут. Стража света, к сожалению, я не достаю. То есть страж света протупил, да? Значит, вообще тяжеловато мне будет его убивать. Ладно, понятно. Здесь лягут все. Угу. И вот пошли бутылки на статы и прочая фигня. Как раз то, чего мне хватало тогда. И на них, кстати, отнулось. Блин, я сейчас почиститься не могу, потому что эта фигня меня ударит и убьет. 5% максимального хп. Пет
У меня остается только как раз запаска. Запаска мне нафиг не нужна. Кстати, по поводу запаски, а почему бы мне не поставить запасной отряд этих заклинателей? Мне как раз не хватает магического дамага, если встречаюсь с оборотнями. Два матерых, да? Грим, привет. Еще транта похилять. 500 хп, нет, не отличу я. Кабинет, надеюсь, сильно. О, да, а с чем он туда убежал? Не понял его действий. Ну ладно. Так. Матерый. Три матерых. Нет. Опасно. Два паладина. Да, лошадка решает, конечно, дикий. Так, нет, два матерых волка — это для меня перебор. По заклинаниям чё? Заклинания у нас фиг пойми чё. Так, стоит, да. Почему? А, этих продамажило от тотема, понятно. Блин, ну три матерых волка — это, конечно, сильно. Ну, ребят, не решили ничего так предпринять и просто отлетели от меня. Алекс, привет. Тебе тоже? Куча паладинов просто.
страшно. Можно убить его. Убиться он должен довольно легко. Чем эти двое сюда подошли, очень вопрос. Да, как они подошли, так они и слились. Долбанный. Вот я и понимаю, зачем он в упор пытается ко мне подойти? Опять в упор, ну все, это минус 2. Не минус. Шлем получили. Так, стоп. Так вот сделаем. А, ну вот как раз оборотень, кстати. Я его убить не могу. Три матерых волка вместе с оборотнем. Кенция на хил. Все красные. Хорошо. Перехватывать смысла нет. Картинка? Как ничего, какая картинка? Что не так с картинкой? Блин, сейчас герой ее так убьет. Потери очень большие. Зависла? Ну, сейчас же ты вроде не пишешь, значит, не зависла и ничего. Страж 43-го левела. Еще с призывом голема. Блин, нет. Это перебор для меня. Эти такие три волка. На ГГ зависло у тебя? Ну, за ГГ я не ручаюсь. Попробуй на Twitch пойти. Thank you.
Так, блин, я не выдержу с ним драться на самом-то деле, а. Белый маг, паладины, блин. Живая? Слишком живая. Меня. Надо прохиляться перед этим хорошенько. Без фул прокила на героя там вообще ничего делать. Хотя вот так вот тоже можно, наверное. Так у него ворот. Ворот очень хороший. Да уж. Все-таки у ворота тащат. Ассасин. Два легионера. Щитик веры. Бронированного какой-то, конечно. Чувствую я, что не прорвусь я туда через него. Не. Защитник веры что-то жесть. Через него прорвешься просто. Это реально бронированная скотина. Так, давайте сделаем вот так вот. Теперь я могу быстрее тут добежать намного. Нет, не перехватывай, если еще перехватишь. Значит, конечно, у меня напрягли дико. Да.
Блин, меня сейчас убьют. Меня не убили. Что в этом городе есть? Ну, куча бутыльков просто в этой компании. Предыдущих такого количества не было. Мне левел уже левелапать. Топовый доспех, кстати. Девятьсот. Что круто оно. О, как плохо-то, а? Их сейчас убьет просто ядом. Чёртова ассасина, а? Может, распродать Ламберта? Я получу кучу бабла за него. Может, доспех сейчас я получше нашел. Ну, не кучу бабла, но я приличное количество денег получу. Если я его продам. Еще далеко не топ. Так тоже далеко не топ. Эффект урона... Эффект нельзя снять. Сколько здесь мне надо? Здесь мне надо минимум 30 штук. А, 40 штук мне надо, чтобы все купить. Что-то много это слишком. Слишком много. Ладно, давайте распродадим Ламберта. Хотя нет, не распродадим, мы сейчас доспех ему заменим тогда. Ламберт, если что, есть на замену, да? Ловкость, выносливость. А у меня какой? А, у меня такой же амулет покровов. Здорово, будем один на один драться, в смысле? Ладно, подождем, пока прохиляемся. Золотишко накапывает немного.
Вот здесь надо руны сделать вот этих вот. И превратить это в деньги. Один надел, что? Ты вообще о чем? Так, надо как-то отхватить вот этот кусок контроля. Слишком я много потеряю, если. А, он на 4 клетки он бегает, господи. Я за один ход до него дохожу. Если бы так предполагалось, что никто не выживет. Сильнее, что? Ты что курил вообще? Отсыпни свои чуть травы. Господи, Антон, ты серьезно, ты еще курил? Пришел ко мне на... И у меня... Ладно, не важно. Пришел ко мне на стрим. Говоришь, какой-то бред. Капитан, я вспомнил, где я слышал об этом месте. В столице я немало времени провел в библиотеке, изучая историю завоеваний и развития империи. Люди впервые пришли на эти земли во времена правления императора Домосфена. Империя искала новые пути в земли гномов, с которыми тогда были сложные отношения. Дело едва до войны не дошло. В результате люди наткнулись на руины двух древних городов, оставшихся от неизвестной цивилизации. Вскоре после этого был найден вход к тайному храму, культура которого... культ какого-то выдуманного бога. Но все, кто пытался проникнуть в храм, бесследно исчезали. Однако империя не смирилась с поражением, и на руинах древнего мира были отстроены новые поселения людей. Руины, послужившие фундаментом городов, содержали в себе много таинственного. Но нам интересно только... один момент в этой истории. Долгое время ходили слухи о некотором мощном магическом предмете, который был использован одним из магов империи, когда тот отправился к храму и с которым он вернулся обратно, живым. Но вернулся не таким, как прежде. Мага в итоге за что-то казнили, а артефакт был расколот на две части. Половинки хранили в этих двух городах. Во время восстания эльфов империя забыла об этих землях. И что здесь случилось с тех пор, вряд ли кому-то известно из живущих. Я вот думаю, мы нашли земли, которые были упомянуты в той летописи. Да, это безусловно очень любопытно, но это ничего не меняет. В любом случае, мы должны захватить города наших врагов. Там мы и поищем половину артефакта. Стаффорд! Если бы ты не прикрывал мою спину множество раз и не прошел со мной множество лиг, я бы счел тебя шпионом.
Ты слишком много знаешь и слишком много скрываешь. Я до сих пор не понимаю, почему тебя назначили именно в мой отряд. Что связывает тебя с Императором? Я до сих пор не понимаю тебя. Прошу прощения, капитан. Но разве я подвел вас хотя бы раз? Раз я давал повод усомниться в своей преданности? Нет. Именно поэтому ты до сих пор жив. Но будет жаль, если окажется, что я ошибся тебе, Саффорд. Ага. Уничтожить силы Империи, уничтожить легионы проклятых. Изи, изи катка. Ща пойду с разбега и уничтожу всех. Какие у меня проблемы. Я забыл, они окаменения же кидают. То есть там, если быстро их не убить, то начнутся такие проблемы. Проще уж гиганта завалить, чем этих ребят. Что два паладина меня немного беспокоят. Это разве что совсем немного. Вот зачем эта дура высунулась? Уф. Я уже думал, что сейчас убьют его. А-а-а. Весело, короче. Там пола, там эти, там этот, а здесь наместник горя сидит. Это такой попадос, конечно. Ладно, рискнем. Наместник горя проще намного. Так бы странно. А-а-а. Тут... Ничто! Давайте наместника горя попробуем. Так, извиняюсь, это не стрим рип, это... У меня место кончилось для водов на диске, и... Игра решила сделать небольшой перекур. Танатос. Не, ну Танатос, конечно, милая, но... Блин, сюда вот бы мне пройти. Место вообще не пройду. Слишком много у меня умерло. Алекс, это... У меня этот был. Это у меня, короче, не стрим рип, это... Глюк игры был. Фу, глюк игры, господи, что я сейчас сказал? Не глюк игры, а... В общем... Место на жестком кончилось, и воды перестали записываться. Так, ну давайте сюда пройдем. А, то есть я не могу, я только кандедом могу, да? Суваться. Ну давайте кандедом сунемся, чё. Магия смерти. Магия смерти мне нафиг не нужна. И тут до меня дошло, что я флаг-то забыл сменить. Сейчас флаг на скорость стоит. Ага. $239, да? Ладно, рискнем.
Что? А, телепортация случайно на точку на карте. Наркоман, а? А чё он на меня накинул-то? Хрень какой-то он на меня накинул. А зря это сделал на самом деле. Сейчас я могу отъехать. А, нет, не отъехал. Да, по факту лечи на самом деле намного проще, чем... защитник границ. Да, минус НЛ. Я знал, что он зараза, но не до такой степени. Так. Ну чё, погнали воскрешать её, чё? Блин, эти циклопы, они, конечно, такая дикая имба, в отличие от предыдущей части. В предыдущей части они были нормальные, здесь они какие-то очень жесткие. Кстати, эти случаи не левел апнулись? Нет, они очень медленно растут по уровню. Я очень плохо сделал. Все дебафы получится. И опять Иней любили. Бесполезный ангел. Две шмотки на продажу. Продаем. Продаем.
Нет, там слишком много денег надо. Просто явно не куплю. Чё они тут стоят? Огни смерти. Да, это последняя миссия за эльфов. Танатос. Танатос соло таргет. Там у него дамага очень много. От смерти у меня сколько? 25. Так себе будет на самом деле. Битва с Танатосом. И Нейль зачем-то подошла. Отгребсти захотела от Танатоса, походу. А, походу, все отгребут. А все почему? Потому что Инель подошла на клетку и отгребла от... Не от Танатоса, от Рыцаря Смерти отгребла она. Получение отрицательных эффектов. Ай, лол. Все, я въехал. Почему у меня дамаг так стакается? Он же получает отрицательные эффекты каждый ход. Да нет, слишком жестко для меня. Не, баба дура, это факт. Блин, Танатос слишком сильно по мне фигачит. Хотя, вопрос в том, если я усилок выловлю на Танатосе, тогда все будет офигенно. Надо выловить еще усилок на Танатосе. А, у него игнор перехвата у Танатоса. Просто замечательно. Что за башня?
Тиамат? Серьезно? Легионы проклятых пожирают земли здесь. Я чувствую их ненависть. Что-то жжет меня изнутри. Я закрываю уши руками, но я все равно слышу их шепот, обещающий наше поражение. Не поддавайтесь, Инель. Не позволяйте врагу сломить вас. Я вижу вокруг полное опустошение, значит, проклятые обосновались уже давно. В любой момент они могут превратить все эти земли в океан пламени. Надо торопиться. Постойте. Здешние леса говорят со мной. Они говорят, что нам не удастся беспрепятственно проникнуть в храм. Но я не могу понять, что будет нам мешать? Что будет нам мешать? Легионы нам будут мешать! Тиаматы вон всякие. Ну, Тиамат на самом деле так, фигня. О, слушайте, а я ману потихоньку у легионов отжираю. Хорошо, живая броня появилась. Теперь все будет намного проще. Это тренировочный, да? Или оружейник? Тренировочный, по-моему. Или наемник? Тренировочный, наемники. Нет, наемники, значит. Живая броня — это имба-навык. 40 хп за удар в меня — это бред. Надо фиксить, кто там в наемниках. Страж Си... Ту-ху-ху-ху-ху! Вот это нифига ж себе. Матриарх! Наги. Блин, матриархи, конечно, круто. Может, матриарха взять? Серьезно, берем одного матриарха и все, и можем вытанковывать все что угодно. Потому что мужика уже не убьет. Ну хотя, с другой стороны, матриарха оставим. Если у нас эту хилку заберут, значит поставим матриарха. Фигня. Блин, степр... А живую броню-то не накидал, да? Или накидал? Погодите, на ней живая броня, что ли, висит? Чё не отхиливаются? А, ну да. Короче, голем фигачит всех уроном по 20, сколько я помню. Да, землетрясением, там урон 15-20, а на ней отхиливают 40 хп при этом. То есть, короче... Меня голем хилял постоянно. Это, конечно, бред. Скорость, ловкость. Кстати, хорошие сапоги. Еще они ловкость дают плюс один. Ладно, пока подождем. Мазаклы.
Проблема в том, что здесь вот тут хрень стоит, которая меня жарить будет каждый ход. Это очень неприятно. $135, да, значит? Щевая броня. Сатива. Сейчас плюс хп еще прокастуем, тогда я думаю без потерь сможем вынести. Хотя это спорный вопрос. Может с потерями. Я не могу вставать на пути того парня. Да, без потери. Еще вещи-то есть в сумке. Блин, ну конечно бежать туда через огонь это так себе. Где? Да, походу, двоих потеряем. Обидно. Так, ну, в принципе, они... А, нет, это жир, слишком жирное будет. Резурок для них. Угу, 1300, да, денег? Давайте сгоняем сюда. Купим сейчас бутылки. Так еще не ляпнулись, да? А, нет, они уже ляпнулись, кстати. Так, хорошо. Подаем. Покупаем. Продаем. Продаем. Покупаем. Чем больше сноровки, тем дальше ход. Плохо, конечно. Так, это меня беспокоит фигня. Потому что я до сих пор не вынес. Фу,
Душевая броня. Так, ну я думаю, я не буду особо мелочиться, сразу атакую без големов. Так, ну пошлите демонов убьем. Я думаю, силёнок мне хватит. Тиамат. Тиамат, Тиамат, урознь. Еле выжил, герой. А, и демоны поперлись, короче, на меня. Ну, сейчас прохиляемся. Секунду. Так, извиняюсь. Но здесь должно быть куча резуректов у него и хилок. Все. Больше некуда очки раскидывать. Так, живая броня. Защита. Так, инициатива и ХП. Все. Можем убивать. Погодите, тут квест? Че, квест? Интересует. А, Лола, она на всех дебафы повесила, а из-за того, что мне армурка.
Она, короче, сбрила себе одним ударом почти все хп. Нормально. Страштроп, мы обыскали руины и обнаружили эту вещь. Какая странная вещь. Вероятно, это и есть половинка камня, о котором говорил Стаффорд. Что за половинка камня? Эй, я хочу поставить на квестовую шмотку. Так, ну ладно. В принципе, там нету. Ага, как-то никого нету. Этот парень довольно-таки жесткий. 300 дамага, да? Блин, слушай, не хочу с ним сражаться. Видимо, выбора у меня нет. 400 дамага, да уж. Что-то не нравится это очень сильно. 400 дамага в лицо. То есть я отъеду с трех ударов. Не отъеду. Что? А почему не ударил? А, он под окаменение попал. Ну офигеть теперь. Фу, все. Основную проблему мы как-то убили. Осталось две проблемы. Хотя они такие большие, как предыдущие. Все ж неприятное. Да, далеко неприятный противник. Четыре шестьсот. Денег не хватает, трындец. Хотя они еще левельные. А может и не лоу-левельные, если так будут апаться. Еще один ход, да, подождать надо. Thank you.
все-таки погиб там. Кританул, скорее всего. А, это хилка погибла, ну понятно. Стоп, а как она погибла? Не понял. Как она погибла? У меня вся мана в доходе, кроме маны рун. Можно попробовать. Я, наверное, зря. Да, я зря пошел туда. Сейчас. Ваши это мне дадут прикурить. Перехватов у меня осталось, да? Ладно, Модеус дурак. Ах ты ж, блин. Автобой, идиот. Опять слил мне двух. Просто на ровном месте. Так, ну ладно. Пишем-то в этот замок. Так, и в принципе, наверное, можно руны поделать ради денег. Приятно. Так, ну, сапки, наверное, продадим. Знак благородства. Но он уже не нужен. Я и так бегаю, как чёрт знает кто. Так, скорость. Скорости, да, скорости мне не хватает.
Опасность. Слушайте, а тут шмотки были, оказывается. Никто ж не заметил. Стой, мстители. Квестовый, скорее всего, какой-нибудь. Не квестовый. Катушка, конечно, хорошо. Себя переоценил. Меткость, максимальное здоровье. А, и вот, и город людей как раз. Квестовый. Как раз топовые перчи выпали. И амулет, который я продал. Раз. Надо вот этого чувака убивать. Он встал, блин. И сплэша меня убивает. Пара святых мстителей, я уже чуть не отъехал. Мило. Трюк у меня остался только один. Ладно, купим сапоги на 2 скорости. Я не помню, что я находил лучше. Чё такого нет? Ну, сейчас сидим, ждем тогда. Полностью скупаем весь магазин там. И идем спокойно к мейн-квесту. Раз, два, три. 30 тысяч надо. На все про все. Можно часть. О, прикольно. Откуда у меня? Откуда у меня манарун?
создаем руны. И все. Тысячу, да? Возможно, мне уже хватает. Да, все. В принципе, все закупили. Можем идти доделать мейн-квест. Триста 310 атака у него чистая. Зачем вы явились сюда, путники? Здешние пути закрыты для смертных. Уходите. Я ощущаю присутствие руки Всевышнего среди вас. Но вы даже не знаете, кто это. Я не могу пропустить непросвещенных в эти проклятые земли. Вы должны уйти. Ты ошибаешься, светоносный. Вот и Наэль, посланница небес, чью жизнь мы оберегаем. Мы еще раз просим вас пропустить наш отряд. Легионы проклятых и отряды Инквизиции преследуют нас. Их объединяет намерение погубить Деву, несущую волю и Слово Всевышнего. Путь закрыт. Если вы пытаетесь пройти, вы погибнете. Это не угроза, человек. Мы защищаем это место и будем вынуждены исполнить свои обязанности. Препятствие за препятствием. Порой мне кажется, будто нам противостоит весь Навандар. Но наш отряд достаточно силен. Нужно атаковать. И кто же мог поставить сюда эти войска? Никто не приходилось сражаться с ангелами. Полагаю, тебе тоже. Я чувствую странную силу, вплетающую это место. И она мне кажется знакомой. И давно нас преследует, но только теперь она решила проявить себя. Ну, я предпочел бы, чтобы у нас было больше времени на разведку. Но именно времени у нас сейчас и нет. Вы можете испытать свою судьбу смертная, если таково ваше желание. О, господи. Ты думаешь, меня это остановит, что ли, хоть как-то? Шутник, блин. О, понятно. Это меня остановит. Это меня остановит, это меня еще и грохнет. Ребятки суровые там стоят на дыфе-то. А, вы по-любому стоите. Ух ты ж, как больно-то, а?
А-а-а. Постой, королевский страж. Вспомни причины, по которым мы здесь. Мы пропустим вас, смертные, но только сейчас. В следующий раз вы исчезнете навечно, прежде чем... Вы уйдете, знайте. Вы находитесь здесь не по своей воле. Что, серьезно? Что за сила окружает это место? Если они властны над жизнью и смертью этих загадочных стражей. Но мы должны найти способ их победить. Но сначала я предлагаю разобраться с нашими противниками здесь, пока они не отрезали нам путь к цитадели. Сейчас пойдем, только сначала надо резнуться. Герои так-то меня, блин, прибили. А, не только герои. Что-то много потерь у меня там. Ага, погодите, я скрипт запорол, да? Грац. Весело. Так, ну надеюсь, что я скрипт не запорол все-таки. А то мне будет немного обидно. Еретики, как вы посмели напасть на обитель света и разума? Ах, как же ты мне надоел, инквизитор. С твоими воплями о свете и разуме. В атаку, друзья! Ну, Ого! Нифига ж все там. О, так они меня еще пинать могут так-то. Знаете, что они меня вполне спокойно могут отпинать. Или нет? Эриан, с тела нового Верховного Инквизитора мои люди сняли вот это. Похоже, эту половинку камня он пытался как-то использовать. Превосходно. Ламберт, друг мой, похоже, мы близки к цели. Пора снова встретиться с этими стражами. Ну, пора так пора, я ж не против. Проблема, правда, немного не в стражах. В том, что... Я так не левелапнулся до конца. Посмотрим, возродятся ли они на этот раз. Что? Что происходит? Вы нашли камень, но...
Аватар Битризена. Лол. Нифига там охрана. Что? Почему он исчез, и на его месте появились вообще другие создания? Постойте, что-то не так с этими созданиями. Это место очаровано. Все здесь совершенно не то, чем кажется. Будьте осторожны. Да, пожалуй, не стоит здесь ни к чему прикасаться. Не, ну вот Арбитризена мы победим, я надеюсь. Тьфу. Не аватар Арбитризена, нифига. Хрень какая-то. Блин, что это было? Похоже, все живые существа, находящиеся здесь, на самом деле каким-то магическим образом взяты из наших воспоминаний. Да, это место иллюзии, используя наши страхи и нашу память. Что? Пускай создает иллюзии, чё? Что мне предлагаете? А, типа все боссы, короче, там стоят. И моя цель, судя по всему, убить их всех. Лимон? Серьезно? Прикольно. Носферату и два защитника веры. На самом деле, очень суровый бой будет. Сейчас. Да, чуть герой не потерял. Кажется, все далеко не так просто. Гробницы не питали барьер, а только поддерживали иллюзию, укрывающую проход
к чему-то очень важному. Короче, доспехи ужасные. Что ж, на всякий случай оббафаемся. Я не знаю, что меня там ждет. Лучше быть готовым, как говорится, как пионер. Ну что ж, поехали. Ламберт, чтобы освободить для нас дорогу, мне придется объединить свой разум и волю с магией портала. Тогда откроется путь, но дальше я с вами идти не могу. Простите меня, мои верные друзья и преданные хранители. Госпожа Энель, мы у цели, но если вы знаете то, что неизвестно нам, я прошу вас сказать нам об этом. Сейчас не время для тайн. Как и для откровений, капитан. Силы, которые ждут нас за порталом, уже знают о нашем присутствии и готовятся дать нам отпор. Делайте то, что считаете необходимым, Энель. Ламберт, Эрион, я хочу, чтобы вы знали. Я рада, что я встретила вас. Рада, что вы мне показали, чем живет Невендар, и что такое любовь, верность и честь. И только те, кто делает его таким, должны решать его судьбу, не Всевышний. Да простит у меня эти слова, не кто-то еще. Я открою для вас путь. Идите с моим благословением и моей. Идите. Энель! Да, мы готовы. Бах. Ее больше нету, да? Вот и получилось. Правда, я немного устал. Инель, держитесь! Был труден и жесток, залитый кровью путь, но цель достигнута. У древнего портала, наперекор безжалостной судьбе, отважно встала горстка храбрецов, последняя надежда на Вендар. Уничтожая мрак и открывая путь героям в небеса, великой силы света, чем ярчайшим, во имя Инель. За этот мир, отдавший жизнь свою, не оскудеют храбростью сердца. Вас ждет последний бой за право Невендара жить. И ангела последняя слеза пусть станет первым днем, что воссияет над спасенным миром. Так, Инель у меня подслили, да? Ну что ж, тогда сгоняем назад. Так, давайте тогда отсюда побежим. Сейчас фул пробафами. Три хода они все должны держаться. Поехали. Один ход.
Блин, не достал я до колодца. Там висит на мне. Ну, давайте. Я не знаю, сумею я? И что сумею? Так. Берем знак обязательно. Ну что, let's go. Фу, финальный бой, да? Инель умерла, чтобы мы могли дойти сюда. Кем бы ты ни был, ты ответишь за ее смерть. Израил, что? Серьезно? Инель, она привела вас сюда, пожертвовав собой ради слабой надежды на вашу победу. И что же вы собираетесь делать дальше? Попытаетесь сразить бессмертного? Я сокрушу вас одним ударом, жалкое невежество. Израил? Израил, господи, кто это такой вообще? Ты вожила разрушить все, что так долго создавали жители этого мира. В своей беспредельной гордыне ты погубил великое множество невинных существ. Но твои беспримерные деяния и надменные устремления истощили терпение Всевышнего. Услыши его волю, падший. Отныне ты лишен бессмертия и приравниваешься к тем, кого так презираешь. Однако Всевышний милостен ко всем своим детям, даже заблудшим. Остановись, оставь этот мир, раскайся и пойди к стопам его. И тогда рано или поздно ты получишь прощение. Но берегись, упорствуя. Тебя постигнет судьба Бетризена. Долгие века в заточении. В окопах слабой плоти и помутнившегося разума. Стаффорд, кто же ты? Неважно, кто я, капитан. Я на твоей стороне. Впрочем, как и всегда. Отлично, понятно. Стаффорд у нас парень-то такой. Так, кстати, простой был. Радель? Что ты делаешь в обществе бессмертных? То есть Всевышний знает о моих планах? Ну, как ты посмел присвоить право говорить от его имени? Ты лжешь, презренный. Я не верю, что он желает низвергнуть меня. Ведь я делал все для него. Для него одного. Я принесу в Невендар очищение, способное переродить его в новый и совершенный мир. Мой мир, который я положил бы к его ногам. И мне практически удалось то, чего не достиг глупец Бетризен. Всевышний вознаградит и возвысит меня. Гордыня, алчность, жестокость и гнев. Люди называют эти грехи смертными, но они ошибаются. Бессмертные подвержены ими не меньше. Да вообще, кто ты такой, чтобы судить об этом? Ты жалкая букашка перед лицом истинного божественного величия. Не вам, ничтожество, разрушить мои планы. Планы, после совершения которых я стану повелителем нового мира. Радаэль, вот ответ пославшему тебе. Я не принимаю так называемое милосердие Всевышнего. Он предал меня, отринув благо, что я принес миру. Я же уничтожен Ивендар до основания и воздвигну на его месте новый мир. Я, Изарил, сравняюсь с Всевышним, отвергшим меня. Ты не способен творить, Изарил, только разрушать. Твои действия не принесли Ивендару ничего, кроме горя и смерти. Ты будешь низвергнут. Уж не ты ли осмелишься мне помешать? Или это твои друзья? Ты слышал, что я сказал, Израил? Довольно слов. К бою! Фу, серьезно? Это хрень? Ух ты ж! Мать твою! Нифиговая птичка. Ну, блядь, так-то он так себе.
появляется еще урод. Да, что-то вообще не очень. Тангел. Я, по сути, только героя убил в соло. Уровни 11, лол. Последней битвы пробил час. Пред воинами страждущего мира предстал зловещий враг. Клинки сверкнули сталью. В бою жестоком Изириль сражен. Прошли герои Невендара испытания. Стремится вниз звезда, низвергнута с небес. Сбылось пророчество. Повержен высший ангел, что стал давно предвестником теней. Гордыня буянный, разрушить Невендар он возжелал, на смерть надменно обрекая все сущее, чтоб на костях и крови свой идеальный мир Всевышнему в угоду сотворить. Но в роковой узор сплелась судьбы неведомая нить. Настал финал. Надменный Изириль, желая уничтожить все живое, нашел свою погибель. Этот мир богами некогда на вечные страдания обреченный уж никогда не будет прежним. Врага погибла плоть, но обрела вместилище иное его душа, пылающая злобой. Вновь хлынет кровь. Пробьет сражение час. Да. Ну все. Это был самый бредовый босс. Серьезно, самый бредовый босс в игре. Господи, до возвращения Голиафа боссы были более эпичны. Где малейшая ошибка стоила игры, а здесь, блин, просто пришел и раскатал босса лицом по асфальту. Ну что, сколько там времени у нас? Времени у нас 11 час, кстати. В общем, мы можем продолжить кампанию андедов, либо не продолжать. Решать, в принципе, вам. Ну что? Начинаем кампанию за андедов или нет? Господи, мне кажется, ли собака до сих пор лает? Чё они с собакой сделали, а? Продолжаем? Ладно, тогда давайте стоп-старт небольшой делаем. Ладно, хорошо. Я делаю тогда стоп-старт, обрезаю вот на компании эльфа в конце и начинаю стрим, соответственно, последней кампании, это кампания за андедов.